Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня 81 год исполняется со дня окончания Сталинградской битвы. Она длилась ровно 200 дней и ночей с 17 июля 42 по 2 февраля 43 года. Именно этой битвой закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории СССР. Сегодня в память об этих событиях цветы к горельефу Родины-Матери возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, члены ветеранских организаций «Юнармейцы». Сталинградская битва стала одной из самых ожесточенных и кровопролитных в истории человечества по количеству убитых. Почти 500 тысяч бойцов Красной армии и столько же со стороны противника. Численность погибшего городского населения превысила десятки тысяч. Я был сломан хребет основной немецко-фашистским войскам. Поэтому эта дата, мы эту дату никогда не пропускаем, постоянно приходим сюда. Мы чтим подвиг наших дедов и отцов. Если мы забываем, история ломается, делают ее, ставят с ног на голову. Поэтому надо детям рассказывать, чтобы не было как на Украине. Чувствуем. Возвышенно, так выразиться. Пока мы помним, мы живы. Освободили от фашизма Европу и Советский Союз. Значение той победы, она очень огромная. У меня отец, он фронтовик. Он в свое время тоже сбивал самолеты противника, фашизма. И я просто хочу сказать, мы тогда, в тот период времени, показали всему миру, лишь та страна чего-то стоит, если она умеет защищаться. Большую роль в обороне Сталинграда сыграли и самарские речники. Необходимо было обеспечивать перевозки резервных частей, вооружения, боеприпасов, военной техники, горючего и продовольствия. Также речники эвакуировали мирное население и раненых, и подобраться к городу можно было только по воде. Все подступы были заминированы и обстреливались. Виктория Шара, Константин Головин. События.